Привет всем еще раз. У некоторых возникает вопрос, вот допустим, кто ходит в миссии или в компании, бывает вот, говорит, задание получаем, разносим там все в щепки, там 4 бронетехники, пехоту, а миссия не продолжается, то есть как-то все на этом деле останавливается. И бывает такое, что вот по идее он у всех победили, а конца миссии нету, то есть что-то надо сделать еще. Есть, ну, один из таких вот вариантов, как вот я как миссия отдел могу подсказать, или может быть кто знает, ну вот как пример. Если выйти в редактор, то я сейчас кое-что покажу. Вот смотрите, перед нами что? Сооружение, вот этот аванпост. Сооружение, бункер управления огнем. Потом идет пехота и броня. Смотрите, но все это одна единственная группа. Это все группа. То есть бункер — это тоже боевая единица. Аванпост — это тоже боевая единица. Наравне со всеми. То есть баванпост будет из своих бойниц вас стрелять, если вы будете приближаться. То есть это не просто статическое оружие, видите, оно боевое, оно входит в группу. И вот как пример, допустим, вот у меня первый, вот их всего у меня тут 9. То есть получается и пехота, и броня, и здесь ПВО, и 2 сооружения. Сейчас мы возьмем еще одну полянку, допустим, где-нибудь здесь рядом. И еще раз рассмотрим как пример сделать даже сооружение какое-нибудь в составе единицы. Вот я уже как-то показывал. Давайте вот возьмем, вот добавим какой-нибудь вот, ну опять же пехота, не джайтак, вот допустим, ну опять же вот грузинский пехотинец. И вот делаем вот так, направляем его в эту сторону и делаем их, например, 6. Вот 6 штук. Допустим, первый вот здесь стоит, вот здесь на боку. Из первого мы делаем не просто пехоту, а вот укрепление. Здесь можно выйти сразу аванпост. Но это боевая единица, то есть он в группе. То есть если вы хотите, вся группа уничтожена, например, миссия кончается, вся группа уничтожена, надо на этот аванпост тоже развалить на части. Ну, допустим, вот аванпост мы поставили вот так вот покрасивше, вот тут вот так вот, раз. Все. Если вот так поставить, машины объезжают вот это место. Надо вот так делать. Я так делаю. Возьмем второго. Вот здесь ставим. Ну, он просто еще вот туда подальше. Тут тоже перекресток. Это будет красиво. Этого второго ставим тоже мордой туда. Но это уже будет у нас, допустим, ну, бронетехника. Ну, какой-нибудь там БМП-2. Все, у нас БМП-2, позже покрасить его в десерт, вот, БМП-2 есть, то есть у нас смешанная группа, это не просто так, это не статика, это боевая единица, вот это у нас аванпост. Ну, допустим, вот здесь поставьте, опять же, сооружение, укрепление, можете поставить ДОТ, казарму, маяк-такан, можете что-нибудь еще, бункер, ДОТ, ДОТ-2, ну, сторожевая вышка, вот эта сторожевая вышка, вот эта, она как бы в стороне, но она тоже боевая единица, и она тоже будет стрелять. Ее нужно... То есть вы всех убили, а вышка стоит. То есть группа синих не уничтожена. Допустим, давайте вообще вот номер такой сделаем, да? Сделаем вот этот. Вынесем вот сюда. И, допустим, сделаем его ракетой. О! Ракета у нас будет вот какая-нибудь. Ну... Вот... Скут. Он такой большой, красивый. И он где-то тут стоит. И он тоже боевая единица. Он будет смолять отсюда. Ну, обычно мы же как, недалеко не выносим. Ну, до кучи делаем. Ну, обратно давайте поставим. Вот сюда. Вот здесь будет скут. Вот здесь спрячем. Вот тут его вот на дорожке вот так будет стоять. Вот здесь. Вот так его засунем вот так вот. Он как бы вот в кустиках маячит. То есть надо всех убрать. Ну, выносим вот сюда. Что-нибудь такое тоже, допустим... Тоже укрепление какое-нибудь. Ну, ДОТ-2. Ну, дорожный блокпост. Здание с огневыми точками. Вот поставьте вот такое. Оно вот такое. И оно тоже будет стрелять. То есть это не будет не просто домик. Домик вот такой красивый, уютный домик. Тут у вас, ну, 100. Вот стоит домик. А вот все у нас один есть. Ну, допустим, здесь его засунем. Вот тут вообще вот здесь вот, между двумя вот этими саклями поставим. И это будет у нас... Тоже, допустим, какой-нибудь. Можно вообще поезд сделать. Ну, пусть будет ПВОшник, и будет он такой. Какой-нибудь ПЗРК. Ну, стингер. Во. Все. Вот эту группу надо развалить всю. Не просто живую силу и технику. А вот этот аванпост.
вот эту сторожевую вышку. И вот это вот скут. Он не просто, он боевая единица, он может стрельнуть. Ну, что тут еще можно? Вот этого надо убить. И вот этот домик, вот этот красивый простой домик, который у вас увидится. Я говорю, при приближении к нему, какого-нибудь красного нита, он начинает стрелять изо всех сил, потому что он называется здание с огневыми точками. И если все это дело посмотреть там, оно будет вроде бы такое все смешное и красивое, но опасное. Поэтому имейте в виду, бывает так, что есть такие моменты, что вот идешь в миссию, ну вроде все уже по сценарию все сделал, а она не кончается нифига. И вот смотрите, теперь мы смотрим сюда, вот чему тут налепили. Вот этот стингер, вот он спрятался. У нас кто тут еще есть? Вот здание, вот кажется, да? Не F12, смотрите, обычно статик какой-нибудь через F12 выжимается. А через F12 у нас тут ничего не работает, потому что это идет через F7. Вот аванпост, если он просто статик, то вы можете посмотреть на него через F12. И он как просто стоит сарай. И он даже роли не играет никакой, он просто как декорация. А если вы, допустим, вот билдинг, то есть мы видим здание, через F12 оно не вызывается как статик, оно вызывается как боевая единица. То есть билдинг, вот он. То есть он будет стрелять, его надо накидывать. Так что вот этот бункер, например, вы летаете, бах-бах, тарарах, всех убили, живую силу. А вот у нас стоит танк, а вот стоит ФЦЦ бункер. Через F12 он не вызывается, он вызывается через F7. Смотрите, бункер F7, вот он. То есть в него просто так с Hellfire'ов не накидаешься. Это нужно будет брать противобункерное что-то и закидывать уже, просить каких-нибудь этих бомберов. Поэтому вот такая вот интересная штука у нас с вами происходит. Ну а так вот, в принципе, все остальное тут вам должно быть понятно. Имейте в виду, это у нас группа боевая, включая вот эти сараи, сеновалы, домики и танк. Ну вот, а вот теперь, я думаю, тоже стало немножко понятно. А то бывает так вот, а что это такое, а почему вот это вот не кончается? Теперь кончится. Ну давайте, всем пока.